Спортивный нон-стоп продолжается в Беларуси. Финал областного этапа соревнований «Снежный снайпер» на призы президентского спортивного клуба собрал в Раубичах более сотни юных любителей биатлона. Сегодня заезды проходят в формате смешанной эстафеты. И за снежными гонками наблюдает мой коллега Ян Пашкевич. Ян, доброго дня. Борьба на стадионе олимпийская? Да, Таня, знаете, тут я даже не знаю, где больше можно сжечь калории, на лыжной трассе или на фан-зоне, потому что, как видим, болельщики подошли профессионально, а тут ничего не говорит о том, что это юниорские соревнования. Как видим, все подготовили свои перформансы, это, я имею в виду, растяжки, плакаты, кричалки. Вот, судя по всему, фан-сектор Логойского района. Здравствуйте, ребята! Почему считаете, что ваш район лучше-то? Мы считаем, потому что мы много тренируемся. У нас есть Силичи, Раубичи, Трайпл. Мы побеждаем и будем сильно тренироваться. Правильно. Самый лыжный район, поэтому и считаю, что победят. А кроме того, должен сказать, что соревнования по-настоящему практически профессионального уровня, несмотря на то, что участвуют дети. Уже недавно закончилась эстафета среди младшей группы. Вот, с пылу с жару новоиспеченные победители областного этапа. Вот девчонки, да, тут передают, видите, эстафета продолжается. Вот, девчонки, расскажите, соревнования-то детские, но эмоции взрослые? Да, очень интересно соперничать с другими соперниками. И когда видишь на рубеже, кто первый, кто второй, уже хочешь победить. Так, а вот вы из какого района? С Логойского. А, ну вот вас и поддерживали, значит. А расскажите, за олимпийцев, может быть, каких-то болеете? Кому-то стремитесь? За Дарью. Да, за Дарью Домарчеву. Передайте ей привет. Даша Домарчева, привет! Вот будущее подрастающее поколение уже берут пример с Дарьей Домарчевой. Ну, а должен сказать, сейчас уже начался следующий этап. И, в принципе, эти соревнования своеобразный кастинг, то есть дети, которые занимают лучшие места, самые лучшие результаты показывают, у них есть шанс закрепиться в олимпийском резерве, ну а дальше выше только национальная сборная. Ну и стоит еще отметить, что республиканский финал снежного снайпера пройдет здесь же, в Раубичах, 24 и 25 февраля, так что самые большие победы только впереди. Таня. Спасибо, Ян Пашкевич. В финале соревнований для любителей биатлона «Снежный снайпер» на призы президентского спортивного клуба.